Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и мы с вами продолжаем играть в Arm Wrestling Simulator. И, ребята, я даже не знаю, как это так произошло, меня перегнали, и это все благодаря, похоже, новым питомцам, ребят. Я всю ночь прокачивался и даже не думал, что новые питомцы будут настолько круты. Смотрите меня, как сместили, я теперь на 4-м месте, был на 1-м месте всю ночь, и как-то резко они начали выходить вперед, даже не знаю, как они это сделали, но, скорее всего, ребят, это связано с новыми питомцами. Вот, смотрите, я немножечко пооткрывал и пофармил, конечно же, побед. Я вам сейчас покажу. Вот они, питомцы. Они не такие крутые. 316, 273. Вот они, вот такие вот у них характеристики. Но это, ребята, не последние питомцы. Сегодня я хочу вдонатить, ребят, хорошенько. И купить себе вот мега-хьюдж пак за 1200 робаксов, 427 миллиардов, ребята, побед, и попробовать пооткрывать вот это последнее яйцо. Не знаю, кто нам выпадет, ребят. Перед просмотром обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну и я, конечно же, постараюсь дальше прокачиваться, ребят, держаться в топе. Не знаю, получится у нас или нет. Мы с вами сегодня узнаем, какие нам питомцы вообще выпадут, ребята. Давайте вот так вот я покупаю. Я, кстати, активировал все бусты, все возможные бусты. Вот, смотрите, ребят, это у нас Lucky Boost, это Golden Boost и Void питомцы, ребят, нам могут выпасть. Так что давайте начнем, наверное, открывать, ребят. Вот так вот. Нас интересует Thunder за 2%, ребят. Это Bolt, это 23%, это тоже Bolt. Кстати, о, Thunder, ребят, выпал. Давайте посмотрим, насколько он крутой. Так, где он? Где он? Что-то я не понял. Подожди-ка, неужели он такой стрёмный? Так, где Thunder-то? Ребят, что я пока не понимаю. Вот он. 137. Ну, короче, он обычный, ребят, дает 137. Окей, открываем дальше. Нас интересуют, ребята, войдовские питомцы. Это у нас болт. И неизвестно, какие нам выпали. Золотые, либо войдовские. Смотри, сколько нам болт. Одни болт выпадают, ребят. Смотри-ка, ну-ка, давайте-ка посмотрим. Может быть, вот. Вот, болт, ребят, 342 у него характеристика, но все равно это не супер такой крутой питомец, ребят. Что-то я не понимаю, как так они быстро вырвались вперед. Вот, Thunder Legendark снова, но, скорее всего, она у нас, ребята, тоже... А, нет, вот Thunder, ребят, смотрите. Это у нас, она необычная, это голдовская, как я понимаю, ребят. И она дает 274. Ну, в принципе, смотрите, мы с вами немножечко усилились, да, в питомцах. Вот так вот, да, были которые у нас. Мы можем, кстати, вот так крафт сделать, да. У нас же точно вот так вот все это дело крафтится. Давайте мы сейчас... Ну ладно, давайте дооткрываем, а потом все закрафтим, ребят. И посмотрим, сколько у нас каких питомцев получилось, да. Вот так, вот Thunder, кстати. Ну, короче, нас интересует Void, ребят. Вот, Thunder Void, потому что самый крутой питомец на данный момент, это, похоже, именно он. И давайте посмотрим, будет ли у нас хотя бы один Thunder Void, ребят. И... скорее всего, только одни болты вот эти у нас есть, да? Давайте посмотрим, что там у нас навыпадало. Экипируем. И все равно самый крутой, ребят, ну вот они, болт вот эти есть, да? И у меня есть какой-то еще Queen вот такой вот. Самый крутой, конечно же, вот этот, ребят, Baby Blue Dragon. 1500 он дает, это у нас донатский. Давайте мы с вами вот так вот наусиляем. Вот этих тоже давайте наусиляем мне, потому что, ну, как бы я могу, да, это сделать. Вот так берем, вот так делаем. Всех, короче, ребят, мы кого можем, сейчас надо наулучшать. Я, кстати, могу как-нибудь... Нет, сразу всех улучшить не могу, ребят, к сожалению. Поэтому будем вот так вот потихонечку, по одному сейчас мы с вами усилять. Так, кто у нас тут еще есть? Где? Вот, отлично. И теперь вот этого, ребят, крафтим. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что там у нас по питомцам. Вот так вот они у нас выглядят. И давайте, кстати, посмотрим, как это. Вот такой вот состав из питомцев. Кстати, хьюги такие гигантские, да. Давайте дальше усиляться, ребят. Нас теперь интересуют эти болты. Надо болты вот эти, ребята, усилить. Так, где они? Они пропадают. Вот они, ребята. Мы их с вами вот таким вот образом усиляем. И, так, все, походу, да, я наусилялся. А нет, вот еще раз. И тут у нас, так, это у нас какой-то Big Bolt, ребят, смотрите. Это два питомца. Ну, похоже, все, ребят, да, я наусилялся. Так, этого тоже не могу усилить, этого тоже, в принципе. Так, ну, вот эти вот
хуки могу, да? Давайте их тоже поусиляем, потому что, ну, они у меня есть, как бы, да? И... О, вот, бэйби. Ну, сейчас, подожди-ка, давай-ка вот так вот теперь экипируем. И смотрим, ребят. Так, ну вот они у меня болт. 342, короче, они мне дают, ребят. Вот, huge 342. Бэйби, кстати, это какой-то у нас необычный, да, получается. Ну, смотрите, вот такие теперь у меня питомцы. Я не могу посмотреть на их характеристики, ребят, к сожалению. И поэтому очень интересно, конечно, сколько они мне сейчас дают. Как я вообще сильно усилил. Ну вот в чем вопрос, ребят. Короче, знаете, что я еще хочу попробовать сделать? Я, ребята, сегодня решил прям жестко вдонатить. Поэтому, ребят, давайте мы с вами еще магма эг откроем. Потому что у меня есть сейчас бусты. И очень большая вероятность, что нам выпадет какой-нибудь войд или голд питомец. Поэтому давайте мы вот так вот сделаем. 10 яиц еще вот этих открываем. И давайте посмотрим, кто нам выпадет. Так, ну эпик, мифик. Мифик хорошо. Легендарка, ну такое. Мифик, ребят, два мифика, отлично. И еще мифик, вот это уже хорошо, ребят, ну-ка давайте экипируем. Теперь у меня вот столько мификов, ребят, они дают x500. Ну, в принципе, нормально, в принципе, нормально. Давайте мы вот так вот еще вот этого усилим. И посмотрим на болт 342. А вот, ребята, 514 нам дает болт. Кстати, его можно еще дальше сделать в какого-то супер хьюга. Вот эти, кстати, тоже могу усилять. Но, ребят, жестко, конечно, жестко. Смотрите, 300. Вот они, ребят, максимальный хьюг. Глаза у меня есть, да, вон они. И вот эти вот... Получается, мифики. Блин, я даже не знаю, ребят. Может быть, еще разок попробовать открыть, а? Давайте еще раз, ребят. Еще раз попробуем. Я хочу Void выбить последнего питомца. Может быть, он вообще будет нам 5000 давать к статам. Поэтому давайте мы с вами еще 2177 донатим, ребят. И посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, ребята, вы поставили лайк. Так что берем вот так вот. Покупаем. О, вот они, Войды, ребят. Вот они, войды пошли, мифик, войд. Эпик, мифик, легендарка. Это у нас обычные. И мифик, ребят, еще один выпал. Ну, давайте посмотрим. Характеристики, вот, ребят, 1000 дает. Бэйби флейминг, ребята, вот это уже нормально. Смотрите, у нас характеристики хорошие. И я, наверное, ребята, еще разок хочу попробовать приобрести. Это я сегодня сколько, 7000 робакс, что ли, доначу, ребята? Это, конечно, жесть. Это все ради топ-1. Поэтому давайте мы с вами еще донатим. Я сейчас все свои робаксы потрачу. Ну что, погнали. Смотрим. И... Нет, ребят, легендарки стрёмные. Мифик. Легендарки и мифик. Ну, типа, окей, мифики нам понавыпадали, да, в принципе, неплохо. Получается, у нас сейчас минимальный питомец, это вот этот глаз, который дает 300, ребят. Остальные 500 и 4 питомца, которые дают мне по 1000, ребят. Это, конечно, жестко. Ну, давайте, ладно, смотрите, у меня 2000 рубаксов остается. Мы с вами, ребята, покупаем еще раз. И я надеюсь, что в этот раз хотя бы выпадет какой-нибудь Void питомец. 500 рубаксов у меня останется после этой покупки. Ну что, погнали, смотрим. Оу, ребят, легендарочки, отлично. Мифики, два мифика. Мифик, эпик и эпик. Ну, ребята, не так же круто нам выпадал. О, кстати, нифига себе, это золотые. Ребята, это 750 нам дает, офигеть. Слушайте, ну вот теперь я доволен, в принципе, результатом. Так, вот эти давайте глазики поулучшаем. Так, все, что осталось, ребят, давайте мы сейчас с вами поулучшаем и посмотрим, насколько круче я смогу стать. Так, магнусы, так, вот эти тетра мы с вами не можем усилять. Вот, болтики, да, давайте так вот усиляем глаза. Вот эти, само собой, усиляем, ребят, потому что мы с вами можем себе это позволить, да, сейчас вот так. Ребят, ну я просто не знаю, я никогда так столько не донатил, просто жесть какая-то. Так, мы с вами продолжаем усиляться. Во, золотые, ребят. Золотой глаз у нас теперь есть. Ну-ка, сколько он дает, он вообще лучше. Вот, ребят, вот такие глаза, 450 они дают.
Так, у меня 385 и 342 самый стрёмный сейчас питомец на данный момент, ребят. Жесть, вот это мы с вами усилились. Вот теперь, в принципе, я, наверное, смогу с ними тягаться, потому что я усилился очень сильно. Так, где у нас глазики-то? Вот глазики. А, я все не могу их усилять, да? У нас золотой остался 337, ребята. И что у нас тут еще-то есть? Глазик. Это у нас максимальный. Вот это, кстати, не могу я его использовать, да, потому что недостаточно. Ну и, в принципе, получается все, да? Да, ребят, больше я никого... Хотя вот эти болтики могу вроде, нет? Нет. Болтики не могу. Так, ну и все, да, ребят. Вот эти минимальные я не буду улучшать, потому что не хочу их терять. И поэтому, ну что ж, давайте посмотрим, как быстро я буду теперь прокачиваться. Давайте мы с вами возьмем вот эту штуку для рук, да, и посмотрим, ребят, ну-ка. В принципе, ого. Ничего себе мы с вами получаем, ребят. Я получу... О, ну вот теперь, в принципе, я, наверное, смогу догнать тех, кто меня перегнал, ребят. Ну, давайте вместе с вами будем теперь прокачиваться и следить, как я смогу прокачаться вот с таким вот составом из питомцев. Жестко, ребята. Ну, я сегодня задонатил очень много. Так что, надеюсь, вы поставили лайк. Ну и давайте посмотрим до следующего видео, сколько я прокачаюсь. Я, ребята, так и не смог победить никого из боссов, кроме вот этого пирата. Поэтому, ребята, надо прокачивать силенку, чтобы победить вот этого русалку, да, потом вот эту акулу и потом вот этого кракена-босса. Давайте будем, ребята, прокачиваться дальше. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.